Всем привет! Сегодня у нас будет обзор мотоцикла Yamaha Bulldog 1100 кубиков 2002 года выпуска. Они просуществовали с 2002 года по 2007, возможно 2009, это не точно. И эта данная модель является первой экспериментальной с небольшим тюнингом. И давайте мы посмотрим подробнее. Вес мотоцикла 230 кг, объем двигателя 1100 кубиков, коробка передач 5-ступенчатая, двухцилиндровый мотор V-образный, 4-клапанный, блок воздушного охлаждения, крутящий момент 88 ньютон на метр, низкооборотистый во всех диапазонах на максимальных нагрузках от 4,5 до 5,5 тысяч оборотов в минуту. Выдающий 65 лошадиных сил, объем топливного бака 20 литров, средний расход на 100 км 5,3 до 6 литров. В целом мотик создан для того, чтобы комфортно ездить. Данная эта модель, ты сидишь как первым номером водителем, так же как второй номер, мягкая посадка, в принципе комфортно ехать, спинка ровненькая, как ты, так и второй номер, никаких нареканий здесь нет, как по мне. Мотик для того, чтобы комфортно добраться с точки А в точку Б, тем более 20-литровый бак позволяет вам преодолеть расстояние от 300 до 400 км в зависимости от вашего темпа и желания понаваливать. Данный мотоцикл может развивать где-то 185-200 километров в час, поэтому это все реально возможно. Здесь цепи нет, здесь карданчик, не знаю, если это плюс или минус, напишите в комментариях, я с этим особо не знаком, но для общей информации я вам задвигаю. Поэтому что еще нужно для того, чтобы провести комфортное время? Короче, мод в принципе едет нормально, но есть небольшой нюанс. Они туда поехали или туда? Блядь. Ну а вообще для чего еще нужен мод? Чтобы было по кайфу. И вот что значит купить мотоцикл. Йо! Ай. Друзья, обзор получился неплохой, я думаю, он стоит этого внимания, вашего лайка. Если вас заинтересовал данный мотоцикл, я хозяина оставил все контакты, его инстаграм можете написать в случае того, если он решит его продавать. А сейчас пока немножечко позитивных моментов. Контент. Мотобудни. Мотобудни Вовы. Подержи кофе, я проеду. Анна, давай. Дадим, давай, давай, давай. Отойди, пожалуйста, отойди. Ты отойди, мотобудни надо. Шабаман. Да ну блин, Байден, 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 что-то за... У меня нос упирается в эту херню. Ой, бля. А как застегнуть здесь? Ты ж падать не собираешься. Это можно без шлема, да? Да. Все, куда еду? По прямой проедем. Поехали. Давай, на дыба вставай. Это я до сих пор, наверное, снимаю, да?
А? Ну да, ты ж... Да? Еще Нет. раз нажми на ту же кнопочку, вообще-то да. Да? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Всем привет! Быстро подписались на канал Just Run. Это же такие веселые будни!